Всем привет! Посмотрите, какая красота! Это очередная посылка из той же группы, которую я заказала немногим погодя после тех цветущих орхидей, которые вы видели накануне. Накануне, аж слова не выговариваю, Yellow шоколад в двойном экземпляре, две орхидеи, два горшка и рыжий красавец, яркий такой, такой возбуждающий, будоражащий воображение и вообще взгляд. Здесь растения подростки в размере 2,5. 1,7 я как-то особо на них внимания не обращаю, когда покупаю. Вот 2,5, да. Потому что, вы знаете, вот у меня очень много размеров 1,7. И, знаете, с ними нянчиться. У меня много деток на орхидеях, вы знаете, прекрасно. И нянчиться с ними у меня просто уже не хватает ни сил, ни времени. Они, конечно, растут хорошо, развиваются, но, конечно, с малышатами намного сложнее. Вот, за ними нужно глаз да глаз, уход и, естественно, как за маленькими детками. И, конечно же, и нянчить, что это я открыть сегодня не могу, запаковали хорошо. И нянчить у меня их, ну, особо времени нет, потому что коллекция орхидей становится все больше и больше. Почему заказала, девчонки? Думаю, нет, не буду заказывать. Знала, что пришла поставка азиатских подростков в домодедовскую группу. Но вы знаете, я там часто все покупаю. Поэтому где покупаю, то и озвучиваю. Никакой тайны из этого абсолютно не делаю. И тем более, если мне нравится растение, я говорю вам об этом. Если мне не нравится качество растений, я тоже, безусловно, об этом вам обязательно скажу. Где-то подвергну критике, да, то, что ко мне пришло, например, в посылке, то, естественно, вы это все увидите. Так, ну что? Увидела, долго я так листала это новое поступление растений подростков. И вы знаете, ну не удержалась. Ну вы знаете мою страсть и любовь как к биглипам, так равно и к мультифлорам миди стандарта. И, конечно же, крупноцветковым, обалденным, красивым азиатским орхидеям. Это они сегодня и будут к вашему вниманию. Я даже не помню, сколько я уже заказала. Сейчас я вам все покажу. Вот достаю. 4 орхидейки. Так, и все. Все, здесь уже больше ничего нет. Только для уплотнения бумага. Все. Давайте смотреть, что же это за орхидейки. Конечно, у меня есть подсказка сейчас. 1, 2, 3, 4. Да, вот в заказе 4 штучки. Смотрите. Я могу сразу вам цену озвучивать. Я не буду делать из этого какую-то тайну. Ну, за что купила, то вам и показываю. Давайте начнем с самой первой. Безусловно, доставая растения, я буду дублировать показ обязательно фотографиями этих орхидеюшек, которые уже, я так надеюсь, скоро в моих условиях при хорошей, быстрой адаптации зацветут. Вот. У меня аж, вот знаете, вот так вот, у меня, когда я посылки открываю, у меня постоянно руки трясутся. Ой, вы знаете, я, конечно, меня, как и равно и вас, ожидают очень большие сюрпризы. Ой, ни с того ни с сего мне понаприслали посылки, девчонки, да, вот. Ирин говорит, мы вам выслали посылку. Ой, я говорю, господи. Я вам все буду показывать, рассказывать. Ну, я вижу, я понимаю, конечно же, что люди это делают, ну, от чистой души. Вот. Я сама не могу, мне так неудобно. Я говорю, девчонки, ну зачем вы тратитесь? Ну, не нужно этого делать, не стоит. Нет, мы хотим, Ирина, вот вам орхидейки прислать. Ну, как минимум еще 2-3 посылки придут с орхидеями. И это те орхидейки, которые я не покупала, не заказывала, мне их просто дарят. Вот, поэтому, в свою очередь, я тоже, может быть, какие-то орхидейки из своей коллекции буду дарить девчонкам. И, конечно же, буду делать это с большим-большим удовольствием и с чистой-чистой душой. Так, давайте смотреть. 432-я орхидея по нумерации
А вот Бог знает. Да, есть такая. Это орхидея. О, Gen Line Fire. Вероятно, так. Размер 2,5. 890 рублей за эту орхидею я отдала. Посмотрите, какая прелесть, какая лошадушка. Качество растений просто замечательное. Здесь вот живет паучок, здесь много-много всякой паутинки, но паутина имеет характер именно паучка. Вот она такая более крупная, не такая, которую плетут паутинные клещи. Нет, это совершенно другая паутина. Смотрите, какая, да? Это размер 2,5. Девчонки, я вам много раз говорила, что я заказывала, когда я в этой группе заказываю малышат, их и малышатами-то сложно назвать, я всегда, вот сколько посылок ко мне пришло, всегда у меня 100% качество. Одна орхидея только из именно азиатских орхидей размера 3,5, это наш с вами вот Charming Panda, она наверху стоит, которая ушла в гниль через неделю после того, как она пришла в посылке. Но там специфика крепления листа странная, и поэтому она у меня немножко загнила, я ее спасла. Вот, смотрите, корневая замечательная. Я уже, чтобы близко камеру не брать, я буду вам вот так крутить, показывать. В принципе, качество света позволит вам увидеть и корневую систему, и состояние растения. Чистая шея и очень хорошее состояние орхидеюшки. Кто-то мне пишет. Ирин, ну конечно, ну вы, у вас же канал, вам присылают растения хорошие. Девчонки, абсолютно нет. Я даже как-то не раскрывала свое лицо, да, что я там канал какой-то веду. Я просто один раз давно-давно, это было, наверное, на момент открытия только канала. И еще-то там даже и подписчиков-то у меня много не было. Я заказывала там орхидеи, просто я сказала, что ну, я веду канал, как бы я вынуждена была просто на канале сказать, да, что вот такая-такая ситуация. Если все будет хорошо, значит все хорошо. Если не хорошо, значит не хорошо. Девчонки, вот сколько я вот с азиатскими орхидеями не именно сталкивалась при поступлении из этой группы, это просто 100% качество растений. Ничего не придумываю, как есть, так и говорю. Вот. И, кстати, девчонки, которые там тоже заказывали, я же общаюсь с вами, и мне тоже пишут: Ирин, вот вы правду говорите, что именно те растения, которые идут азиатских производителей, да, подростковые такие, подросточки, они действительно приходят хорошего качества. Несколько раз, я уже вам рассказывала, цветущие приходили, но мне не нравилось качество. И опять-таки на канале все это показывалось. Так, давайте дальше смотреть. Хорошая группа. Вот. О, тут вообще корни раскуклились. Смотрите, какая лошадушка. Вы посмотрите. Это вот сейчас она из-за того, что она лежала горизонтально, да, листики. Они, конечно, сейчас подрасправятся. Смотрите, какая красота. Это орхидея с внутренней нумерацией. Так, 90... Так, это не внутренняя нумерация 91, это вот 31 у нас получается, Микки Пинк Леди. Это розовая леди. Размер цветка вы просто не представляете какой. Фотографию я вам вставлю. Очень будет красивая орхидейка. При этом, смотрите, вот тыльная сторона листа, да, фиолетовый оттеночек, необычный. Молодые листочки часто, очень часто при определенном окрасе растения растут. Тыльная сторона вот такая фиолетового отлива. Иногда даже бывает что-то такое фиолетово-желтоватое. Этого пугаться не стоит. Молодые листочки вот они такие. Потом по мере роста листиков у них расцветка, она немножко тает, видите, и вот тыльная сторона листа, она уже выглядит немножко по-другому, да, фиолетовость осталась, но она более распределенная такая по листику. Красивая орхидея, согласитесь, да, то есть вся поставка вот этих орхидей, это крупноцветковые орхидеи, я просто не смогла устоять, где мне в характеристиках, например, пишут, да, когда я рассматривала поступление, там просто написано, что размер цветка 10, 11, 12,5. Я как представлю вот эти вот грозди цветущих растений, орхидей, 12,5 размер цветка. У меня есть такие орхидеи, я
представляю, что это будет, да? Вот, ну, поэтому корни, смотрите, корни вот какие. Здесь немножко корневая похуже, она как бы сосредоточена наверху, видите? Не в горшочке, а наверху. Но смотрите, все раскукленное. Вот раскуклен корешочек, вот тут раскукленные корешочки. Поэтому замечательно. Что сегодня? Сейчас я буду раскрывать и вам говорить, что я буду делать. Потому что обработочку, наверное, я все-таки сделаю. Да нет! Как же без вас? Давайте я что-нибудь повторю, какой-нибудь эффективный метод обработки. Уже завтра обязательно сниму для вас видео и сделаю обработочку, чтобы вы вспомнили какой-нибудь один из моих методов, которые я использую при обработке вновь поступивших растений. Вот таких вот малышечек. Так. Но то, что я дам обязательно сегодня, прям сегодня, не обрабатывая пока, потому что у нас часто поздние уже, обработку я буду делать завтра, они у меня пока будут отдельно стоять, я, как правило, ставлю их в такие короба пластиковые из фикс-прайса, и там они у меня и обрабатываются, и адаптируются, и поливаются в течение, ну, наверное, 2-3 недель. Это так всегда происходит, пока адаптация, пока этот карантин. Растения на карантине. Вот такая вот история. Так, третья. Третий пошел. Так. Счастью нет предела. Счастью нет предела. Вот правда, девчонки, ну что тут скажешь, да? Ну вот, да, вот такой человек. Вы, наверное, меня прекрасно понимаете. Так, 159-я нумерация. Это у нас орхидея Микки. Океан Цурент, наверное, так. Не знаю, девчонки, англичане, вы меня, пожалуйста, не ругайте, но это очень фееричная орхидея. У нее такое наполнение лепесточков. Ну, а что мне вам объяснять? Смотрите фотографию. И вот так она выглядит. Смотрите, какие они здоровенные. Это размер 2,5. Никакого обмана. Вот когда нам продают размер 1,7, засунутый, вот просто засунутый и обмотанный, да, с обмотанной корневой системой новым мхом и помещенный вот в такой горшок 2,5 дюйма, но это и растение маленькое. Видно, что вот только-только его пересадили, не дали ей начать рост, да, вырасти до нужного размера и берут и продают. Но я считаю это обманом просто. Здесь отличного качества орхидеи, именно заявленного размера в дюймах, одновременно и растение имеет правильный размер. Вот, да, вот находясь вот в таких горшочках. Корневая система, сразу, чтобы мне уже камеру не брать. Вот так вот. Сегодня у меня такая съемка. Ой, люблю я с вами общаться вот таким вот образом, то есть глаза в глаза. Ну, вы видели, да, три уже красавицы видели. И давайте четвертую. Это у нас будет... Ох, ох, ох. Слушайте, я представляю, что это будет. Что это будет за цветение? Ой, девчонки, у меня тут сейчас начинает цветение заново. Азиатские подростки размера 2,5, но они уже доморощенные, конечно. Уже повторное цветение домашнее пошло. То есть уже в домашних условиях второй раз цветут. Цветоносы дают, либо почки домашних цветоносов будет. Обязательно на канале покажу. Это надо видеть. Рассказывать – это не рассказать. Это нужно только показать. Так, четвертая красавица. Все орхидейки на месте. В качестве орхидей замечательная. Ой, вообще лошадь. Ну, что сказать. Ну, Наталья, прекрасные растения от вас ко мне пришли. Вот. И я думаю, что многие-многие довольны именно качеством растений, которые приходят именно азиатских производителей от Натальи. Так. Ну, уж простите, я ссылку на группу оставлять не буду, чтобы меня... Не обвиняли в рекламе. Я никого не рекламирую. Все покупается по 100% оплате. И за посылки платится. То есть все. Я делаю, как и вы. Так, 37-й внутренний номер. Это Phalaenopsis Ox Shoei of Queen.
здоровый, красивый. И вот, смотрите. Огромное растение. И я могу сказать, что это растение уже размера 3. Смотрите, какая, да? Растущий листочек уже новенький, молоденький. Корневая система замечательная. Вот, посмотрите. Вот там, на дне, видны корешочки прекрасно. И вот, вот так выглядит вот этот вот красивый, мощный, крупный гибрид. Вы представляете, какие лошади вырастут? Ой, не загадывая, не люблю загадывать. Загад не бывает богат, поэтому ничего загадывать не будем. Все будем делать своим чередом, своевременно, правильно. Как, впрочем, и всегда, мы это с вами делаем, в том числе и на канале. Все, что делается в коллекции, дублируется, безусловно, теми видео, которые я представляю вашему вниманию. Вот такие 4 лошадки крупных, красивых, мощных. Ну, сейчас просто видеокамеру наведу и покажу, чтобы вы видели, что действительно размеры 2,5, они уже на границе между 2,5 и 3. Здоровые, крупные, мощные и красивые. Я очень довольна этим заказом. Желаю вам получать здоровые, красивые, мощные и восхитительные растения при распаковке и получении ваших заказов. Здоровья вам и благополучия. Увидимся с вами на моем канале. Всего вам самого-самого доброго. Всем пока-пока и до новых встреч. Вот, вот они поближе. Давайте быстренько, да? 2,5? Какой же это 2,5? Скажите. Так, вот он. Смотрите, какой, да? Ой, я представляю. Ну, я так думаю, что цветение-то не за горами. Вот этот чуть поменьше. Но опять-таки, я могу сказать, обязательно нужно принимать во внимание особенность сорта. Бывают не крупные листики, не крупная листовая розетка. Нужно смотреть, конечно же, чтобы была шея чистая и по состоянию корневой системы, чтобы корни именно в этом размере были, ну, соответствующими. Раскукленные корешочки, смотрите. О, о, какая красота! Растущий и настойчивый листочек. Вот, замечательные орхидеюшки. О, какая барышня, здоровенная лошадушка, да? Объектив камеры не берет. Вот они, собственно, 4 мои новые орхидеюшки, 4 мои новиночки, красавицы, благополучницы и умнички.